Доброго времени суток, дамы и господа, и у нас, я думаю, завершающая серия по Флот Сэм, потому что у нас уже все есть, черт возьми, они чувствуют себя отлично, еда, вода присутствует, ресурсы на постоянной основе привозятся, единственное, чего не хватает, так это нормального источника энергии, который поможет нам очень быстро эту энергию накапливать и, соответственно, не запариваться насчет того, что у нас что-то работает и что-то может скушать полностью нашу батарейку. Сегодня как раз мы этим и займемся, наверное, подведем итоги, возможно, найдем еще одну чайку, потому что чайка, как оказалось, штука крутая и очень не хватает ее в начале игры, конечно же, но понятно, почему ее там нет, потому что это было слишком легко. Давайте вернемся к технологиям. Значит, что нам сейчас необходимо для того, чтобы пройти все-таки этот последний челлендж? Я не знаю насчет того, будем ли мы изучать что-то еще с вами, но в целом-то изучать-то нечего. Получается, что все уже изучено, ну, кроме вот этой вот истории, не знаю, насколько она нам нужна. Давайте все-таки начнем с того, что мы разблокируем, а мы уже разблокировали нефтеперерабатывающий завод, теперь нам необходимо прийти все-таки к генератору на масле. Соответственно, здесь мы разблокируем дровяной генератор за 8 единиц пластика. С пластиком пока что проблем никаких. Я вообще не помню, где мы находимся, если честно. А, мы находимся вот здесь. Ну, давайте тогда мы в трущобы, наверное, скатаемся, потому что здесь, скорее всего, есть провизия. Да, и я уже указал, что сюда нужно съездить. Пластика я бы еще собрал, потому что... Ну, потому что, мне кажется, нам он необходим будет для стройки или для чего-то еще. Единственное, что хотелось бы выбрать где-то локацию поближе. Хотя чайки, в принципе, носят, и в этом смысла никакого нет. Я только не очень понимаю, почему у меня никто не едет за едой, которую я указал. Вроде три лодки как бы свободные, а что-то никто не может поехать. Одной лодки нету, она где вообще? Я вот опять же не пойму. Почему на карте их тоже не нарисовали, да? Но она явно не здесь, может быть, я куда-то еще указал, я, если честно, вообще не помню. Может быть, вот здесь что-то? О, подождите, одинокий остров? А я здесь собрал человечку, нет, все нормально. Я думал, что я приплыл и не собрал никого. Слушайте, а где у нас еще люди? 8300, 5500. Слушайте, ну 5500, это мое почтение, это слишком далековато на самом деле. Это сколько ехать придется? У меня, наверное, очень много подзарядок понадобится. Ну, можно было бы подобрать, я бы подобрал бы еще двоих, на самом деле, просто потому что могу. Технология, по-моему, изучилась, да? А нет, маркер спасения был полностью завершен. Только какого нахрен спасения, я понять не могу, чего мы спасали, потому что вот здесь мы все до сих пор ничего собрать-то не можем. Ладно, давайте тогда мы сейчас, наверное, подъедем поближе вот сюда, так или иначе, поедем туда вглубь. Возможно, найдем еще одну чайку, возможно, найдем еще человека. Ну, а чайки нам соберут пока что ресурсы, которые находятся вокруг, а наши господины замечательные все-таки съездят на этот остров. Я, конечно, не знаю, но я бы построил бы еще вот такие вот штучки сюда. Ну, а почему бы нет? Пускай они нам воду опресняют, да? У меня что-то закончилось. Закончились палки, закончились доски, надо будет сейчас еще сделать. Я тут бревен заказал для розжига, потому что что-то у меня на остатках ноль, а они, как вы понимаете, в любой момент могут понадобиться. И что-то у меня плохо растет вот эта штука. Я не очень понимаю, почему. Потому что не успевают сюда закинуть саженцы, или у меня они закончились? Ну, такого, наверное, не может быть. А, слушайте, прикиньте, они у меня закончились. Охренеть. Неожиданно. Помните, какое количество их было? И они бац, и все, и их больше нету. Ну, ладно, тут я ничего не поделаю. Это у нас что было? Это опреснитель. Я думал, резервуар готов. Я так понимаю, что мы еще изучаем дровяной генератор. Это займет какое-то время, к сожалению, но тут вариантов никаких. Не знаю, может быть, сюда влезет еще один опреснитель. Сейчас мы посмотрим, на самом деле. Можно, в принципе, наверное, уже заказывать вот так вот. У нас достаточно ресурсов, видите, на сухой древесины 44, пластик 35. Ну, здесь на постоянной основе перерабатываются бутылки. Вот это собирают чайки. На самом деле, я бы чайкам бы помог, вот так вот разочек бы съездил, чтобы они не парились, и посмотрел бы на чистую еду, потому что больше грязную я делать не хочу, но вот у нас нету штуки вот этой вот. Нам нужны роллы. Роллы мы сейчас закажем, и, наверное, после чего какую-то произведем уже пищу. Ну, вот мы можем вот такую вот штуку сделать. Ночью был замечен костер. Давайте сделаем два бургера и посмотрим, где костер. Может, он где-то поблизости? Я не вижу, только 2500. А, вот это вот значок, который мы не можем рассмотреть, к сожалению, из-за того, что здесь пока что остров. Но мы сейчас с этого острова все очень быстро и успешно соберем, я в этом не сомневаюсь, да? Здесь у меня на постоянной основе производится вода, и это тоже хорошо. Ну нет, не на постоянной, я добавляю просто сюда, чтобы поддерживать эту историю, чтобы не оказаться в какой-то момент без воды совершенно. Ну и, собственно, все. Сейчас мы соберем тогда вот отсюда пищу. Это самое главное, что нас интересует по-хорошему. Ну, конечно, древесина тоже приятно. Ну и, наверное, будем отправляться. Чайки у нас здесь собирают. Слушайте, неужели у меня так все заняты, что некому сесть на лодку и привезти вот это, да? То есть только чайки могут этим заниматься. Ну, вот эти чайки, видите, что приносят древесину, ее относят сушиться. Ну, короче, темка нормальная, но все равно, как ни крути, все равно как-то все долго происходит. Так, здесь мы все собрали. Ну что, давайте тогда отправимся чуть-чуть дальше. Я думаю, что мы вот до сюда сразу доедем, потому что в любом случае нам надо сюда.
Блин, 5. А нет, подождите, стоп, нам надо не сюда. Нам нужно вот сюда. 2600, это где? Это где находится? Это находится вот там. Ну все, тогда поехали забирать человечка потихонечку. А вот этот я не собрал, кстати, мох. Ну вы поняли, заросшие скалы, я не собрал здесь водоросли, а у нас как раз саженцы закончились. Будем по пути все это брать. Вот я хочу, чтобы они еще чаек так находили на карте, как людей, потому что я бы забил бы пятерочку, и было бы прикольно забить еще одну такую штуку. Вы прикиньте, я бы вообще никуда не ездил, просто чайки бы все собирали. Надо им периодически только не забывать готовить пищу, потому что им это надо. Давайте сделаем вот так, кстати, по поводу чистой еды. Я думаю, что пора уже что-то изготавливать, правильно же? Правильно, давайте сделаем тогда немножечко роллов. Так, ну что у нас здесь? Получается, что мы забираем вот это. Да, мы это забрали. И получается, что я хотел забрать вот отсюда, даже на двух лодках, все как можно быстрее. Меня здесь больше интересуют аккумуляторы и, наверное, все-таки электрокомпоненты, потому что остальное это все такое себе. И ребята вроде сейчас уже очень успешно это все соберут нам. Я поставил собирать металл, потому что, может быть, я сейчас соберу часть и больше не буду нигде это больше брать. И поехал бы дальше, потому что человек уже рядом. Что у нас с водой здесь? Надо ли еще заказать? Давайте сделаем вот так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас заканчиваются доски. Давайте досок подзакажем. Подзакажем еще тогда бревен. И мы можем сделать, наверное, немножечко веревок. Потому что, ну, они могут пригодиться, а я все трачу на роллы. И, соответственно, в какой-то момент вы понимаете, что произойдет. Здесь я тоже пластин закажу. В общем, задач тут навалом сейчас. Я так понимаю, здесь мы тоже все собрали. Да, это замечательно. А, погодите-ка, нет, это не замечательно. Здесь еще немножко осталось. Ну все, я думаю, можно отчаливать и ехать дальше. Здесь все собрано. Давайте тогда по пути заглянем вот сюда. Я рыбу соберу, потому что рыба нам в любом случае нужна для чистой пищи. Ну и по пути будем смотреть, что здесь еще интересного есть. Вот еще трущобы, например. Ну и плюс водоросли нам нужны для изготовления еды. Еще трущобы. Слушайте, ну вот здесь неплохая такая локация. Мне нравится, по крайней мере. Давайте здесь все лутать. Так, где у нас находится вот эта штука? Она находится вот здесь. Давайте вдвоем сразу на двух лодках скатаемся. Плюс мы соберем с тобой рыбу вот здесь. А рыбу мы соберем где-то еще, например, вот здесь. И мы возьмем... Да, наверное, все. Я не буду брать ресурсы с воды, потому что этим занимаются чайки с ближайшими ресурсами. По крайней мере, они справляются, поэтому смысла в этом никакого нет. А вот по поводу водорослей и вот этой всей истории, да, это нам нужно. Давайте здесь что-нибудь построим, например, вот так вот, да, проход. И, может быть, даже поставим еще один опреснитель вот сюда. Не знаю, может быть, и пятый здесь напрашивается. Я, если честно, не понял, насколько все-таки это работает. Ну, просто ресурсы хочется куда-то потратить. А мы пока не очень торопимся, потому что нам последняя технология осталась. И в целом можно немножко поиграться и посмотреть, насколько это действительно нам все нужно. Ну, давайте закажем кучу досок, потому что доски опять подходят к концу. С пластиком как бы более-менее, но бывало и получше. Если честно, можно, в принципе, немножечко уже добывать ручками. Значит, здесь у нас что-то есть интересное, наверное, но мы туда уже не поедем, потому что мы не хотим. Короче, сейчас мы куда-то вот сюда, наверное, приземлимся. Я соберу трущобы. Или как-то даже вот так, может быть. Я соберу, наверное, трущобы, соберу пластик ручками. Ну, не ручками, а лодками. И, соответственно, мы, наверное, отправимся дальше. Самое обидное в этой ситуации, что у нас очень много рыб с бутылками. Но из рыбы с бутылкой я не могу сделать чистую еду. Понимаете, в чем проблема? И как бы, ну, это немножечко расстраивает, да? То есть, ну, вот тройка — это максимум, да? Я правильно понимаю? Из чего делается вот это? Да, это делается как раз из рыбы, которую мы вытаскиваем из бутылки, делается разливное филе. И здесь уже, соответственно, я могу делать ролл без бутылки, вот такой вот, которого загрязнение 3 единички. То есть самая чистая пища это вот это, либо вот это. И у нас, кстати, опять роллы закончились, надо опять накрутить. Давайте накрутим. Что у нас здесь получается? Рыбу мы сейчас соберем, это мы собрали, да. То есть, в принципе, больше мы ничем не занимаемся. Я думаю, что можно отчаливать. Слушайте, чайки летают, посмотрите, как далеко им. Просто пофигу на расстояние, совершенно пофигу. Ну, давайте тогда мы вот сюда подъедем, как и договаривались. Здесь все, в принципе, в зоне досягаемости. Потихонечку приближаемся к спасению человека. Ну и соберем, наверное, черт возьми, этот пластик, потому что пластик нам нужен. Блин, плохо, что так редко попадаются люди. Если бы было бы чуть чаще, было бы на самом деле замечательно. Но, к сожалению, именно с такой периодичностью. Давайте еще забирать водоросли, потому что это в любом случае нам надо. Заберем в трущобах, скорее всего, без металла все остальное. Ну и опять же поедем дальше. Вроде как местом мы обзавелись в прошлый раз, и поэтому, в принципе, можно даже ничего не обновлять, наверное. Ну, либо обновить, я не знаю. Ну, у нас мест, смотрите, на 11 человек, а у нас сейчас 7.
У нас 7, а я думал 6, ну ладно, хорошо, пусть будет так. Значит, что мы делаем? Мы собираем вот это и вот это, да, правильно? И вообще вот эту трущобу нам тоже бы собрать. Но людей реально сейчас не хватает. То есть сейчас чувствуется уже вот нехватка людей, что даже если я им ставлю какие-то метки, они просто не справляются. Потому что просто слишком много задач я им даю. Соответственно, нужно увеличивать количество людей. Давайте сделаем последнюю партию досок, которая у нас останется. У нас, кстати, очень много пластика, и, наверное, уже есть смысл изучить генератор на масле за 14 бутылок. Давайте это сделаем. Начинается потихонечку исследование, и это хорошо, да? Начинается же или не начинается? Да, оно начинается, но я так думаю, что оно будет достаточно долгое для того, чтобы нам еще покататься и что-нибудь поискать. Ну вот, маркер полностью собран. Этот или не этот? Нет, это не этот маркер. Но я думаю, его тоже скоро соберут. Собрали мы все водоросли. Водоросли начинают снова выращиваться. Давайте еще бахнем тогда роллов, посмотрим, что у нас здесь. Здесь можно еще бахнуть, на самом деле, еды сразу хорошей, чистой. Не знаю, что касательно воды. Вроде воды достаточно, но я, пожалуй, прожму. Но тут проблема, наверное, именно в том, что нам дров не хватает для этой истории, поэтому тоже нужно заказать. Наверное, я закажу еще немножко пластин. А, я их заказал, нам не хватает дров. Ну ладно, я тогда поставлю еще парочку аккумуляторов, чтобы можно было сразу далеко плыть. Понимаете, о чем я, да? Вот так вот сделаем. Ну вот сколько мне хватило вот этих вот аккумуляторов маленьких, столько я и поставил. 3 штуки, нормальная тема, сейчас подсоединим. И будет нам хорошо. Будем ездить еще дальше. Ну, насколько нам это только надо, непонятно. Но, тем не менее, такая возможность у нас появится. Что-то очень долго вот это мы собираем. Я понять не могу, в чем причина. Можно было бы и побыстрее, но опять же причина, наверное, в том, что все заняты. Где у нас человек? Давайте сейчас за человеком резко мы ломанемся, потому что, ну, что-то как-то долго мы тут тусим. Вот еще одна ночь приходит, и, в принципе, я думаю, что даже не обязательно было бы здесь все собирать, но мы уже все собрали, давайте тогда отменим. Ну и пока ребята спят, мы, наверное, просто отправимся дальше. У нас энергии, благо, достаточно, конечно, она не набирается ночью, но, тем не менее, пока мы подъедем вот сюда, уже наступит день, я в этом не сомневаюсь, и мы сможем с вами тогда энергию-то накопить. Аккумуляторы пока еще не построили новые. Видите, у нас сколько за милю идет? Очень тяжелая. 1500 энергии за милю, чтобы вы понимали. Это охренительно много, на самом деле, выходит. Давай, господин, мы тебя спасем. После наводнения он стал губкой. Опреснение ловли рыбы. Ну, звучит неплохо. Давайте, да. Забираем тебя на борт тогда, получается. Не прожал я кнопку, на самом деле. Но такое тоже бывает. Забираем мы рыбу, потому что нас становится все больше. Еда нужна постоянно. Ну и, наверное, вот это мы будем тоже по классике собирать. Слушайте, ну вот грядущее обновление с регионами звучит на самом деле интересно. Когда оно выйдет, тоже непонятно. И, наверное, сразу же после этого обновления мы не будем смотреть на новый контент, потому что в этом не будет смысла. Я в любом случае хотел бы вернуться в дальнейшем, посмотреть, что тут получилось, потому что темка интересная. И вроде игра идет на поправку, на самом деле, потому что мне что-то показалось в первый раз, что, ну, что-то явно не то. А сейчас, когда корабль уже сам передвигается по глобальной карте, и вот это вот все, это намного лучше, чем было с вот этими вот переходами в разные части карты, да, непонятными, которые были совершенно идиотскими. Ну да ладно, они, в принципе, и сами это поняли и решили исправить. Слушайте, пластик вроде поступает. Я не знаю, что у меня с деревом. Наверное, дерево надо как-то немножечко подлутать. Я только не очень понимаю, где. Здесь негде, да, получается его. А нет, есть где. Вот здесь можно залутаться. Давайте попробуем это сделать. Потому что у нас есть такая возможность. Сейчас, я думаю, что никто сильно не занят. Вообще, я дров заказал, но что-то они не спешат их делать, или нет? Нет, они их сделали уже, но тогда все нормально. У меня здесь заняты, у меня там заняты, у меня все занято. Плюс еще стройка была, судя по всему. Давайте аккумуляторы все подключим вот таким вот образом. Итого у нас становится 27500 энергии. Но это все без кручения ручки. Сейчас энергия набирается только с помощью вот этих вот панелей. И в принципе, наверное, надо уже будет в ближайшее время построить что-нибудь. Но я так понял, что мы еще изучаем, правильно же? Да, изучение вот-вот закончится, и генератор на масле будет готов. Давайте посмотрим, что он стоит. И, наверное, попробуем его построить. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Единственное, что надо заказать еще пластины, которые давно заказаны. На самом деле, я не понимаю, почему их не делают. Вроде топливо мы как бы производим. Давайте поставим сейчас топливо на бесконечное, я не знаю, для того, чтобы все-таки у нас была возможность получить эти гребаные пластины. И вот как только я это сказал, почему-то они пошли их делать. Не знаю, как это работает, но да ладно. Ну, вообще, мы могли бы и вот такой генератор поставить на дровах. Я просто не очень понимаю, выглядит он как генератор на дровах, да, получается? Скорее всего, так, с трубами, из которых выходит дым. Ну, все достаточно логично. И, кстати, а мы же с вами не построили вот эту вот штуку. Нефтеперерабатывающий завод. Перерабатывает нефть из пластиковых отходов. Слушайте, а нам-то такая штучка нужна, скорее всего, да? Вы же понимаете, о чем я. Давайте-ка ее построим куда-нибудь. Ну, я не знаю, пускай она будет вот здесь, да? Да хрен ты с ним, что здесь дома. Я не думаю, что здесь присутствует какое-то загрязнение, поэтому переживать, я думаю, смысла нет. Меня, как всегда, телепортит, и это классика. Так, давайте что-нибудь подумаем насчет куда-то поехать дальше. Здесь все собрано.
Ну и чего у нас ближайшие 10 и 7 тысяч? Ну я не знаю, давайте поехали в сторону 7 тысяч. Вот каким-то таким образом, прямой наводкой, я не знаю, почему бы и нет. Проедем просто поближе, ну вот уже останется сейчас 1006. А там, может быть, они кого-то еще обнаружат. Чайку бы они обнаружили, вот было бы прикольно. Потому что чайки что-то штука редкая здесь, как я понял. Что нам вот здесь надо? Нам что-то здесь надо? Нам нужно немножечко досок. Давайте здесь тогда остановимся. Немножечко зарядимся, заберем уже в том числе с помощью лодок какие-то ресурсы. Чайки это чайки, но собирают достаточно долго, да, все равно, как ни крути, по одному ресурсу они таскают. Я что-то потерял пластик, вот он здесь находится. Давайте его тоже соберем. Ну и, в общем, после того, как здесь все заберем, наверное, поедем опять же вперед. Я так понимаю, что уже построили, да, вот эту штукенцию, давайте смотреть. Да, будет делать нам топливо, делаем на постоянной основе, правильно или нет? Нет, давайте сделаем вот просто вот такой вот ряд, то есть нам нужен сейчас чистый пластик, который... перерабатывается у нас в том числе еще сейчас на бутылки, но нужно ли нам такое количество бутылок, я, наверное, постоянное производство отключу, потому что, ну, действительно, смысла в этом никакого нету. Да и генератор на масле-то мы построить с вами уже можем. Ну-ка, подождите-ка, я правильно понимаю? Да, смотрите, это какой-то грузовик. Ну, вы поняли, да, короче? Кузов грузовика вот сюда можно поставить. Давайте бахнем, мне кажется, он будет себя здесь нормально чувствовать. Единственное, что, наверное, столб здесь пригодится. Надо будет переподключить всю эту историю здесь, вот отсюда, по крайней мере, с этой стороны, потому что здесь уже как-то странно подключено. Ну и что-то мы здесь ресурсов каких-то собрали, я думаю, что если мы заряжены, то мы могли бы ехать дальше в сторону спасения господина. Давайте вот сюда продвинемся, пока у нас ночь, и посмотрим, что здесь есть. Кстати, интересный вопрос, а чайки рыбу собирают или нет? Я думаю, что нет, наверное, да, они только мусор собирают. Ну ладно, пускай будет хоть так. Что у нас здесь? Металл, который нам, в принципе, не нужен? Да, давай, забирай все, давай двумя лодками, потому что... больше я ничем не занимаюсь. Здесь, по-моему, что-то еще какая-то локация была, или мне показалось. Да, вот здесь она была, и мы не дотягиваемся до нее, к сожалению, поэтому тут без вариантов. Я пока просто остановился подзарядить батарейку. И вот у нас, кстати, построился грузовичок, который ни к чему не подключен. Давайте сейчас на паузе это сделаем, потому что и столб у нас как бы есть. Давай, дружище, отключайся. Или я что отключил? Нет, это ты не то отключил, черт тебя возьми. Это надо обратно подключить. Как? Я вот нажал вообще вот сюда и хотел, чтобы... нет, не сюда, вот сюда. И хотел, чтобы ты отключился. Спасибо большое. Соответственно, сюда к столбу, от столба уже вот сюда, от этого столба вот сюда. И здесь у нас есть первое топливо, которое должно вырабатывать нам энергию в ускоренном темпе. Я пока не понимаю, работает это или нет, если честно. Ну, наверное, все-таки нет, да, потому что мы еще не произвели нужное количество топлива. Ну вот какая-то единичка, даже две здесь уже есть. Осталось только донести ее до грузовика, и дело пойдет. Ребятки, я не понимаю, порог пополнения 100 ставлю, максимальный инвентарь 10 пускай будет, я хрен поймешь, если честно, но тем не менее. Доступен отчет за день, нам это все не нужно, я бы поехал бы с удовольствием дальше. Я, кстати, там уже бывал, видите, мы там уже с вами плавали, но что-то не доплавали по ходу, поэтому сейчас будем наверстывать упущенное. Не так много осталось, кстати, до персонажа, может быть, мы и нового кого-то обнаружим, сейчас здесь пособираем всякую лабуду еще. Я вот, помните, тогда оставлял металл в каких-то локациях, и эти локации не помечены флажочком, поэтому непонятно, был я там на самом деле или не был. И, возможно, мы сейчас посетим места былой славы, так сказать. Но на какие варианты? Чайки у нас пока будут все собирать. Мы с вами ломанемся вот сюда, соберем вот это. С этой стороны же тоже что-то есть. Да, здесь тоже что-то есть. Металл, наверное, я брать с этой стороны не буду. Здесь есть электрокомпоненты. Еще одна штукенция для сбора аккумулятора. В принципе, можно и попробовать. Что-то мне количество воды нашей не нравится. Давайте-ка, во-первых, вот так сделаем, потому что у нас что-то 70 единиц сухой древесины. А здесь мы заказывать ничего не будем. Мы будем заказывать вот здесь. Здесь, конечно же, мы закажем чистой пищи. Здесь мы закажем накрутить нам еще немножко роллов. Вот, кстати, видите, потихонечку становятся проблемой вот эти вот семена. Слушайте, ну, на самом деле, надо сделать как-то по-другому. Надо с этими семенами сделать какой-то процент возврата этих семян, да? Ну, потому что, блин, я же выращиваю саженцы. Я вырастил, получил семена, да? То есть, ну, логично. Ну, хоть сколько-то, да, там, не знаю. И надо что-то сделать с вариантами чистой пищи, потому что пока что они как бы минимальные, и мне тоже это не очень нравится. Мы, конечно, сейчас еще чуть-чуть поплаваем с вами, покатаемся, но я думаю, что эта серия не будет долгой, потому что смотреть уже не на что. Я как бы тут могу поставить вот такой вот резервуарчик для воды, разблокировать, например. Больше разблокировать уже нечем. Ну, вот большой склад, не знаю, насколько нужен. Деревянная дорожка полная шляпа, и какой в ней смысл, я тоже не понимаю, но да ладно. Слушайте, ну генератор работает, вот он крутит, вертит, как бы, да, движок пашет, поэтому все хорошо в этом плане. Не знаю, но на самом деле тема прикольная. Энергия вообще не тратится, чтобы вы понимали, поэтому
Ну, это хороший источник энергии, несомненно, он лучший здесь, да, и по-другому быть как бы и не могло, чего уделяться. Прикольно, что он сделан в виде грузовика, как бы, видите, вот таким вот образом. Ну, давайте все-таки дальше отправимся, что-то энергии много, можно просто тупо плыть, мне кажется, энергия будет набираться. Нет, это так не работает, к сожалению. Но, тем не менее, все равно мы сейчас остановимся и очень быстро накопим ту энергию, которая нам нужна. Давайте вот проверим. Вот мы сейчас едем-едем, давайте поедем просто дальше. Потратим сейчас какое-то количество энергии, типа 1010, да, например. Ну вот до сюда доедем, даже больше потратим. Попробуем потратить все. Не знаю, может быть, мы даже доедем до человека, и это будет вообще просто для меня удивительно. Но вот здесь нам говорят, что будет финал в этом плане. Можно свернуть немножечко вот сюда, чтобы чайки хотя бы пластик собирали, пока мы стоим, заряжаемся. И, соответственно, проверить, каким образом будет накапливаться энергия. Ну, вот сейчас у нас, смотрите, остается вот столько. Да, и мы, например, переходим с вами сейчас к кораблю и смотрим, что происходит. Ну, накапливается она очень быстро, просто посмотрите, как залетает. Это с условием того, что я могу, в принципе-то, и второй такой генератор построить. Но единственное, что мне пластин не хватает, оно понятно. Но вообще у нас такая возможность как бы есть. И, может быть, ее стоит использовать, и тогда мы будем с вами супер быстро набирать энергию и ехать дальше. Слушайте, ну я сейчас ради прикола построю второй такой генератор. Да, только единственное, что надо заказать немножечко пластин тогда, раз такое дело. Например, вот столько. Ну и, конечно же, заказать еще дров. Не знаю просто, насколько ставить на бесконечное производство дров, надо ли нам это сейчас вообще или не надо. Пластик пока что производить плавучий я смысла не вижу. Я вижу смысл произвести еще топливо для генераторов, потому что если у нас будут работать два генератора, то это, соответственно, будет намного эффективнее. Но мы тем временем можем все равно с вами плыть дальше, потому что нам никто не мешает это сделать. Фигачить, например, вот сюда. И знаете, не хватает здесь каких-то погодных, да, вот этих все-таки условий неприятных, возможно. Я, конечно, нахушивался погодными условиями в парке юрского периода, но все равно, вот в такой игре явно что-то такое должно происходить для того, чтобы немножечко подогревать интерес. Хотя, в целом и так достаточно сложно на старте. Ты ищешь еду, ты пытаешься генерировать какую-то энергию, ты что-то пытаешься сделать, не всегда все получается, да, наверное. И погодные условия могли бы на это все повлиять. Но я тогда предлагаю просто в настройках как бы внести подобную историю перед началом игры и самостоятельно выбрать, будут ли у тебя какие-то погодные там условия, не знаю, дожди, например, да, ураганы и так далее. Что вот ты делаешь? Морское дело, ловля рыбы плюс 5, это хорошо. Сейчас мы тебя заберем, и я, наверное, успею еще за следующим скататься, потому что время есть, осталось 5900 метров, не знаю, или чего до него, а это достаточно близко, с учетом того, как шустро мы с вами накапливаем энергию. В любом случае, я так и не понял вот необходимость вот в этих штуках, вот честное слово, вообще не понять не могу, насколько они мне нужны, но построю еще одну, потому что могу, потому что хочу, пускай будут накапливать воду потихонечку. Мы спасли еще одного человека, жить ему есть пока где, копим энергию, тратим энергию сейчас на некоторые здания. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Еще дров нам, пожалуйста, завезите, пластик. 12 плавучего пластика неожиданно остается. Здесь плохо, что не показано топливо именно вот этого, да, потому что я не понимаю, сколько у меня осталось, и это неприятно, если честно, момент. Что у нас здесь еще есть? Ну, я рыбу здесь собираю сейчас, да? Нет, не собираю, это мне показалось, наверное. Я собирал ее в прошлый раз. Надо собрать какой-то пластик все равно, потому что нужен будет плавучий, так или иначе. А я сейчас генератор-то не построю, да? Да нет, в принципе, только досок надо сделать и пластин, которые уже начали делаться. Ну, в общем, у ребят просто очень забит график, поэтому такая ситуация. Ну, а в целом-то можно сейчас все это смастерить. Может, еще один аккумулятор сюда влезет? Блин, ну сюда не влезает, не печально. Печально я расстроен, но давай сюда построим, ничего страшного. А, пусть будет здесь, накопим еще больше энергии. Сейчас у нас второй генератор появится, это надо будет в два раза больше топлива. Ну ничего страшного, тоже как-нибудь переживем. Так, мы здесь сделали что-нибудь или что? Народу не хватает, видите, судя по всему. Судя по всему, не хватает, поэтому мы отправляемся за следующим господином в этом направлении. Сейчас только здесь скорость поменьше сделаем. Наверное, я бы собрал бы по пути водоросли, потому что они нам нужны. Я бы прямо так поближе бы подъехал, чтобы мы быстренько их забрали и поехали дальше без каких-либо сложностей. Ну и вообще водоросли, короче, по пути надо все собирать, потому что надо из них готовить еду. Ну и у меня все равно энергия кончилась, так или иначе, поэтому все правильно я сделал. У меня что-то склад забит электрокомпонентами, рыбой в бутылках и так далее, поэтому надо рыбу из бутылок-то вытаскивать. А, подожди, а зачем? Я сейчас из рыбы из бутылок сделаю просто пищу для наших рыб замечательных. Давайте вот так вот сделаем, чтобы побольше потратить, склад немножечко освободить. Но наши могучие склады неожиданно забились просто, и я что-то не понял даже, что произошло. Но да ладно, такое бывает, наверное. Давайте тогда сделаем немножко досок. Я думаю, что вот такую вот пачечку. А сколько там надо было, чтобы нам еще один генератор-то сварганить? Ну, надо 4, я думаю, что они сделают достаточно быстро это, если у них найдется, конечно, свободное время. В чем я точно не уверен, но они постараются это время выделить. Ну и воду, воду надо производить, потому что что-то у нас с водой какой-то косяк вышел, если честно. Я не понял, почему это произошло. Вода резко закончилась. Ну вот у нас 8 человек уже.
У нас 10 воды. Кстати, резервуар-то я изучил. Ну-ка, дайте-ка мне сюда этот... Нет, большой склад мне не надо. Дайте-ка мне сюда вот этот большой резервуар. О, я идиот, а я же хотел сделать генератор, а мне теперь не хватает. Ну ладно, здесь не хватает всего ничего, поэтому можно сейчас притащить пластика просто-напросто вручную на лодках, и тогда это дело уже построить. Но мы останавливаться не будем, мы будем двигаться просто вперед. Сейчас я вот сюда вот припаркуюсь вот таким вот образом. Соберу вот этот пластик лодками очень быстро. Мы очень быстро сварганим с вами дополнительный генератор. И все у нас будет отлично, и можно будет плавать. Плохо, что так редко мы находим новых людей, да? Но вот смотрите, мы всех собрали. Сейчас с появлением генератора этого у нас появилась возможность, соответственно, очень быстро накапливать энергию. И таким образом очень быстро перемещаться по карте, да? И нам не хватает той информации, которая... У нас есть, но вот это я не буду собирать, но честно, 10 вот этих, один вот этот генератор, который как бы нам не нужен, у нас он есть сейчас. Но, в общем, вы поняли. Я думаю, что мы собираем и едем дальше по классике. Здесь, в принципе, вариантов немного. По-хорошему, я бы мог, наверное, вот сюда даже две лодки направить, почему бы и нет. Плюс еще чайки помогают, поэтому я думаю, мы сейчас быстро это все соберем. Слушайте, а уже магем, да? И вот сюда влезает. Ну, повернись нормально, ты что-то, блин, повернись как надо. Ну, что ты, зачем ты так делаешь, дружище? Ты же можешь повернуться в эту сторону лицом, да? Но ты не хочешь. Ты не хочешь. Ну, короче, один генератор в одну сторону, другой в другую. Я хотел, чтобы в эту сторону оба были. Но, к сожалению, не судьба. Ладно, ничего страшного, такое тоже случается. Я думаю, что сейчас мы будем спасать последнего человечка и уже делать отсюда ноги, потому что... Ну, а чё? Чё тут дальше делать? Больше делать нечего, мы в игре все сделали, все, что могли. Так, где у нас человечек? Человечек где-то в этом направлении. Поехали, энергии у нас теперь очень много. Я, наверное, не подключил последний аккумулятор, который поставил, да, скорее всего, и поэтому у нас осталось столько же энергии, а могло быть 30 тысяч, но ничего страшного, мы сейчас это исправим. Да, в принципе, насколько это уже необходимо или необходимо, тоже непонятно. Сколько еще ехать осталось? Ну, 3000 чего-то там, каких-то единиц измерения, я думаю, что мы вот сюда подъедем. Здесь просто показано 9000, но это в энергии, а здесь показано именно вот в расстоянии, и ты путаешься. Показывали бы в энергии тогда, я не знаю, чтобы было удобнее. Давайте переместимся на корабль. Энергия немножко подзакончилась, сейчас ребята еще займутся делом. Надо все равно не забывать постоянно производить именно дрова, потому что дрова нужны на производство воды. Так нам и не дали никакого альтернативного источника производства воды, что бесит, ну кроме вот этих, да, которые там в какой-то промежуток времени дают нам одну воду, но это шляпа полная, как мы уже поняли, и приходится постоянно производить воду здесь, что тоже не очень прикольно, это здание никак не улучшается, хотя подожди, обновить. Электрический опреснитель. Получение пресной воды. А, серьезно? А почему я об этом не знал? Ну-ка, подожди, давайте-ка попробуем его сделать. Вот это прикол, конечно. А почему я вот это не увидел? Смотрите-ка. Я могу это сделать прямо сейчас. Мы это сделаем. Электрический опреснитель. Ну и классно будет, наверное, да, получается. То есть он сам будет делать просто. И мне даже участвовать не надо. Ну ладно, дрова не трачу, это понятно, это хорошо. Здесь все построилось, здесь все подключено. Если что, с аккумулятором тоже разобрался, все в порядке, не переживайте. Значит, нам тогда нужно просто изготовить сейчас вот эту вот историю. У нас опять дров не хватает, да? Нахрен тогда эти доски, давайте делать только дрова сейчас в первую очередь, чтобы быстренько замутить вот эту вот историю. Давай делай, пожалуйста, иди кто-нибудь сюда и начни уже производить. Слишком много задач им, походу, раздал. Ну-ка идите-ка нахрен отсюда, не надо ничего ловить, никакую рыбу, просто чайки собирают все. Они, слушайте, они отсюда собирают, что ли? Серьезно? Они даже это забирают? Ничего себе! Вот это прикол, вот это прикол. Ну хорошо, тогда чаек, конечно, имеет смысл иметь в большем количестве. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там по этому. Нельзя еще. Ну а чего мы вот это не делаем? Я не понимаю, как приоритет поставить сюда? Можно как-то сделать сюда приоритет, чтобы вы занимались сейчас вот этим и больше ничем, пожалуйста. Ну я понимаю, может быть, вам опять не хватает гребаных дров, но дрова я вам предоставлю. Тем более вижу, что здесь 5 единиц, еще на складе есть одна, поэтому голову мне не делайте. Ну все, давайте обновим, и я думаю, что будем мы на этом счастливы. Воды пока что в любом случае хватает, мы можем, наверное, куда-то проплыть чуть дальше. Давайте вот так вот сделаем. Осталось-то плыть-то тут 2000 чего-то там, и я думаю, что... А, так вот она, можно вот так? Ну не хватает чуть-чуть, но мы дотянемся до него все равно, когда подплывем. Может быть, чайку увидим еще по пути, что тоже было бы прикольно. Чайки классные, чайки мне нравятся, единственное, что их реально очень мало. Ну потому что они имба вообще, можно ничем не заниматься. О чем мы не едем-то, я не понял, тебе особое приглашение надо, давай поехали. Вот, и поэтому, наверное, надо как-то разработчикам забалансировать эту историю так, чтобы и чайки были, потому что, ну, что-то... Мы их как-то в одном месте нашли, по-моему, да, две, и все. И как-то очень странно это выглядит. Может быть, они в одной локации там тусуются. Но если будут другие биомы в дальнейшем, да, то есть не только вот этот, а еще какой-то, возможно, там как раз и подвезут ту ситуацию, когда у тебя там и какие-то погодные аномалии происходят, да, и что-то еще, не знаю, но, тем не менее... Пока что-то этого нету, и как это будет выглядеть неясно, но тем не менее все равно хорошо, ладно. Мы разобрались с тем, что можно вот таким вот образом добывать гребаную воду, и вот я ставлю просто на постоянное производство, подключаю все это дело, конечно же, к электричеству.
качество. Здесь нужен, да, человек все равно. Ну, даже несмотря на то, что человек нужен, мне не нужно постоянно производить дрова. Насколько быстро это происходит, судите сами, но, по-моему, это происходит не очень быстро, а точно так же, как и происходило до этого. Но только здесь уже без дров, а чисто на электричестве. Нам нужно постоянно поддерживать пластиком наш остров плавучий, потому что без пластика ничего не выйдет, да, как вы понимаете. Мы спасли человечка или нет? Да, мы человечек спасли. Ну вот и давайте тогда вот сюда переместимся. Сейчас у нас проходит последняя ночь, и я думаю, что мы уже подводим итоги, завершаем. Как я не заметил этого раньше, непонятно, но такое тоже случается. Слушайте, вот это тоже можно обновить. Электрическая рыба-шашлык. Что это значит? Ну, то есть просто без дров, да? А что у нас еще на дровах работает, что можно было бы обновить? Слушайте, так и вот это можно обновить для электричества, да? Я правильно понимаю? Ну-ка, подожди. Это не обновляется. Это не обновляется, понятное дело. Это нам не надо нахрен. Ну да, получается, что все. Тихо, это и так на электричестве. Ну, короче, вот, некоторые здания можно обновить и, соответственно, получить с этого какой-то профит. Не тратя дрова постоянно, не тратя такое количество древесины в целом. Ну, это логично по-хорошему. Еще один господин какой-то обнаружился где-то в районе 2000 метров, пусть будет так. И, соответственно, его тоже можно забрать. Не знаю, насколько он нам нужен, но, тем не менее, мы сюда вообще за пластиком приехаем. Воду опресняем на бесконечной основе. Слушайте, я думаю, что все, надо заканчивать. Мы все попробовали, больше нечего делать. Будем ждать обновлений каких-то более глобальных. И я надеюсь, что мы все-таки к этой игре вернемся. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.